В рамках празднования Дня защиты детей Социальный фонд Республики Дагестан напомнил о видах господдержки, которые положены семьям с детьми, либо же тем, кто скоро станет родителями. С момента беременности будущие мамы могут получить финансовую помощь от государства. Это два единовременных пособия по беременности и родам, а также при рождении ребенка. В текущем году первый вид пособия получило около 350 тысяч женщин, второй – свыше 100 тысяч матерей. Последнее полагается и родителям, которые усыновили ребенка. Выплата составляет 23 тысячи рублей. Помимо этого, на этапе беременности, если семья считается нуждающейся, выплачивается единое пособие, которое заменяет 5 действующих ранее мер господдержки. Для этой категории граждан размер пособий составляет от 7800 до 15600 рублей. После рождения малыша семья может получать единое пособие до достижения ребенка 17-летнего возраста. Это от 7 до 14 тысяч рублей в зависимости от размера регионального прожиточного минимума. Также многие годы отдельным видом господдержки является материнский капитал, который можно также направить на улучшение жилищных условий, оплату обучения детей, а также получать ежемесячные выплаты в размере детского прожиточного минимума.